Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гей. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Да. Это пенальти! И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос.
Пенальти назначает рефери и удаляет игрока, а играть еще очень долго. Да, для тренера это, конечно, неприятный сюрприз. Надо менять тактику с учетом вот этой потери. Свежие силы выпускает на поле тренер. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Да. Это пенальти! И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос. Пенальти назначает рефери и удаляет игрока, а играть еще очень долго. Да, для тренера это, конечно, неприятный сюрприз. Надо менять тактику с учетом вот этой потери. Свежие силы выпускает на поле тренер. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Матч. Мы знаем, что эта команда предпочитает играть в оборонительный футбол. Сегодняшняя игра вряд ли станет исключением. Да, они глубоко садятся на свою половину поля и делают ставку на контратаки. Оля, всем привет! Георгий Черданцев и Константин Гиль. Игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку.